Вчера, 26 января, в зале заседания районной администрации под председательством главы района Заура Хамирзова состоялось рабочее совещание по вопросам взаимодействия с Почтой России. В мероприятии приняли участие председатель комитета Республики Адыгея по делам национальности и связям с соотечественниками и средств массовой информации Аскер Шхалахов, заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов, директор управления Федеральной почтовой службы Республики Адыгея, акционерное общество «Почта России» Наталья Алиференко, главный редактор республиканской газеты «Советская Адыгея» Зара Чундышко, заместитель главного редактора газеты «Адыгамак» Замир Атов, главы сельских поселений, заведующие почтовыми отделениями. Участники совещания подробно обсудили вопросы проведения подписной кампании на республиканские газеты и своевременной доставки периодических печатных изданий подписчиков. Также были затронуты вопросы взаимодействия Почты России с органами местного самоуправления.